Саша Маденов повредил руку и пришлось учиться собирать кубик Рубика одной правой. Получилось. Теперь Саша юный спидкубер, так называют тех, кто на скорость решает головоломку. Первый кубик Рубика мне достался от самого себя. Я его купил в метро после того, как решил собирать змейку. Я собирал змейку где-то около месяца, и мне решилось развиваться дальше. Я купил кубик Рубика, научился его собирать. Клуб любителей головоломок несколько раз в неделю собирается в одном из залов областной юношеской библиотеки. Ребята делятся опытом и соревнуются, хотят побить мировой рекорд. Чемпион собирает кубик Рубика за 5 секунд. Какой самый оригинальный кубик, сказать непросто. Все кубики, которые вы здесь видите, они по-своему интересны, и крутить их можно бесконечное количество времени. Конечно же, это кубик классический 3x3, да? Особенно мне нравятся пластиковые головоломки, колоры так называемые. Ну и, конечно же, большие кубы 7x7, 6x6, 5x5. В юношеской библиотеке на этой неделе проходит книжная вселенная. Ребята могут познакомиться с произведениями на разные темы, в том числе с пособиями по головоломкам. Интерес к теме как у юношей постарше, так и у маленьких гениев. Мне нравится то, что его очень сложно собирать. То есть, когда мне скучно, там не хочется поразбивать свой мозг, раз, беру кубик Рубика и собираю его. В рамках книжной вселенной пройдут кинопоказы, день литературы и мастер-классы по созданию уличной фотографии. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.